сколько стоит отопление данного дома. Газом отапливается. Дом 100 квадратных метров, 3 комнаты. Везде только контура теплого пола. Это утеплитель, пятерка. Дом из газоблоков, 30-ка. Про утепление я показывал. Тут минеральная вата. И она заштукатурена. Дом достаточно большой. Один этаж. Все своими руками, все сам делал. Стоит котел Навьен. Котел-колонка, он еще горячую воду гоняет, потому что у меня никаких бачков нету. И еще фундамент нужен, конечно же, утеплить. Он никак не утеплен. Тут кирпичи, надо его будет заштукатурить. И потом, может быть, загидроизолировать его. Ну, это надо, конечно, это заниматься, потому что тоже немножко теплопотери отсюда выходит. Такая крыша. Я вам покажу свою систему отопления, которую я сделал сам. У меня еще до сих пор тут идут кое-какие строительно-отделочные работы, поэтому не обращайте внимания, легкий такой беспорядок у меня. В месяц выходит около 170 кубов, что примерно составляет около 1200 рублей, ну иногда полторы, это если минус 40, если будет градусов, то, конечно, наверное, 1500 и выйдет. Утеплен пятеркой утеплителем, и крыша утеплена 3 пятерками, по-моему, самым дешевым утеплителем, который в рулонах, он вообще не для кровли. Надо, конечно, заняться утеплением, но это я чуть-чуть попозже вам расскажу, как можно еще сильнее утеплить. И полы у меня пятерка. А, нет, даже тройка пеноплекс. Мне говорили, делай минимум пятерку, десятку, пятнашку, видеоблогер. Я нет, я сделал тройку и, в принципе, не жалею. Тройка. И сверху постелил еще отражатель. Как оно называется, я уже не помню. И потом уже шланги теплого пола. Батареи у меня вообще нету. 170 кубов в месяц выходит. И, конечно же, вот у меня тут отопление. Здесь у меня что-то конденсат капает, поэтому я тут ведерко поставил. Обязательно ставьте стабилизатор напряжения. Да, и теперь интересует у людей температура какая в хате. Это самые холодные комнаты. Тут холодновато. И тут температура 19 градусов на моем градуснике. На строительном показывает. Даже 18 градусов. Я думаю, что в коридоре, где теплее, на кухне, там около 20 градусов будет. Я могу ходить при плюс 18 как в свитере, так и в майке. Мне будет комфортно и так, потому что я сейчас часто выхожу на улицу, накинул шубку и вышел. По поводу того, какая температура за бортом, не имеет значения. Хоть минус 10, хоть минус 20, хоть минус 30, у меня где-то около 1200 за отопление. Это не имеет значения. Сейчас вы скажете, что там тепло, ноль. Нет. При минимальной температуре за бортом минус 30 градусов, 1200, но полторы где-то так выходит. И это с неправильным потолком. Если правильный потолок, рубль будет выходить. И, конечно же, теплый пол – это вещь. Делайте всегда себе теплый пол. Если вы будете покупать какой-то дом себе, там адские теплопотери могут быть, поэтому и продают, потому что там 6-7 тысяч, они заколебались уже платить. У меня такие дома были, я смотрел, хотел купить себе. И теплого пола у вас не будет, потому что переделать теплый пол, сделать себе в доме, если вы купите, это будет очень дорого стоить. Это будет то же самое, что дом построить заново наполовину. Если холодов нету в районе 0 градусов, то, наверное, где-то в районе 1000 рублей. Что касается полов, это либо плитка, либо ламинат. Я не стал слушать умные советы, хитрые, каких там строителей, каких только сейчас нету. 5 сантиметров, 10 наложи, 5 плюс 5 наложи в шахматном порядке. Я не стал этого делать, от этого бы теплее ни на грамм бы не было, но, может быть, и было бы на 50 рублей теплее. А когда они окупятся, я не знаю когда, поэтому просто тройка у меня, утеплитель, и на него шланги теплого пола, батареи нету. Котел, колонка, горячая вода, тут все есть. Не надо ставить никаких бачков лишних, вешать никуда. Не захламляйте всякими шкафчиками. Новые дома, если вы строите. Не надо ковры вешать, не надо шифонеры везде ставить в каждом углу. Если уж хотите, какой-то шкаф поставьте, шкаф-купе. Но не нужны эти ковры, антресоли, банки, майонезные ведра. Это все пережиток прошлого, если вы строите дом.
Но если вы покупаете дом, хотите купить, я вас сразу огорчу. Я искал для покупки отопление 60-метровых домов, 5000 рублей в 6 обходились. Плюс еще горячую воду, посчитайте, там бачок висел. Я же сделал все сразу. У меня температура теперь, смотрите, какая тут. Температура, ну, где-то 25 градусов. Все комнаты у меня включены, все контура работают. Ничего у меня не перекрыто. Три комнаты у меня. Все работают, все открыто. Температура у меня стоит всегда на минималке, это на 40 градусах. Ну, иногда, если ночью я захочу, чтобы чуть-чуть потеплее было, я 41 включаю. И также у меня тут насос на обратку стоит, на тройке. Самый дешевый насос. Здесь еще можно было бы сэкономить, если залить сюда вместо антифриза воду. Но я залил сюда антифриз именно, и разбавлен он у меня на 50% с водой. Где-то до минус 20 градусов он точно не замерзнет и будет нормально функционировать. Ну а помыться, сколько помыться, если так душ принять... Если у вас семья из 3 человек, я думаю, дороже за двушку вы не выйдете, наверное, если будет у вас жена или дети много. Ребенку жопу помыть. Ну сколько? Ну еще рублей 300 добавляйте. Хотите, можете бачок повесить какой-то. Но я думаю, что в районе будет 1500 рублей. Если вы будете, опять же, сами строить дом, если вы купите, то вам никто не даст залезть под сайдинг. Никогда. Теперь, как еще можно сэкономить? Воду я наливать не хочу сюда, всякое может быть в нашей жизни. Ну, конечно, печь, я ее еще не топлю, трубу еще не сделал, ждите кулинарных выпусков, можно печь топить, тогда вообще жарко будет, может тогда отопление только на ночь будет включать. У меня неправильно сделана вот эта мембрана, весь потолок он у меня неправильный. Туда нужно другую мембрану и отбить это все ОСБ. Я уже купил другую мембрану и уже начал здесь делать, вы видите, да, она такая как пленка, это мембрана, и потом уже сверху ОСБ, и все, вот это вообще воздух не пропускает, она специальную купил, потому что та, она как марля мембрана, а это не пропустит. Никаких батарей нигде ничего нет, говорят, поставь 2-4 штуки, не надо ничего ставить. Если либо теплый пол, либо батареи. Ну и шаг теплого пола я тоже там видео снимал. По-моему, 15 сантиметров у меня. Ближе к окну это уже сантиметров. Ну там по 10, по 7 змейку уже делал. Змейка, мне говорили, змейка и греть не будет. Я просто змейку выложил. Вовнутрь и наружу. По-моему, 1,8 что ли они, эти шланги. Здесь нужно будет оббить ОСБ самый... любой, самой тонкой, шестеркой какой-нибудь, я думаю, если это оббить, то можно уже будет где-то в районе штуки, а то и даже к 800 рублей приблизиться, потому что теплопотери очень адские уходят. Наверх мое спальное место, здесь я отдыхаю и сплю.